было бы неприятно. Юсь, повернись, я снимаю видео. Это снежный шторм. Костя, ничего не Юсь. 8 февраля 2013 года. Пошли, давай. Ой, смотри, там внизу чистящая машина. Главное на полицию не нарваться. Но я думаю, полиция не может проехать в такой, как вот. Расчищено. Класс, вот я понимаю. Нюся, смотри мне. Это Нюся. Ты дальше. Зайдем. Давай, проламывайся сюда. Подсоедини. У тебя еще не полный этот снег. Один, нет? Вон Анна. Анна. Мы дошли до дома и хотим еще погулять. Не знаю, куда это. А, давай так, правильно. Так мы и сделаем. Вот просторная широкая улица. Thank you.
дети стали на улице. Дети на улице замерзают. Это же второй ребенок, который я нахожу. Ну я не такие. Быстро залепляется экран. Ну, в смысле, этот, как его? Да мы там же снимали. Ну ладно, ладно, иди сюда, возьми фотоаппарат. Как тебе наш снеговик? Классно. А можно мне к школе-то? Осторожно, там полиция, ты одна. Главное, не упади, не замерзнь. Давай, иди сюда. Думаешь, меня задержат? Или... Че, как лучше? Нет. Не так хорошо видно. Ну ладно. А что так холодно-то? Так уже до минус 5 опустилась температура. Была сначала. А не, у нас, по-моему, ни разу ее не прочищали. Интересно, а к воскресенье прочистим дороги? Я думаю, да. А внизу мы видим чью-то ногу. Здесь в полутьме работают гномы. Где Петр? Нет, позови Петра, мы уходим. Петра, позови. А можно я последний раз? Петр, пошли, мы уходим. Петр, ты один тут останешься сейчас. А я последний. Нюсь, объясни ему толком, потому что он меня не слышит. Петь, пошли, вылезай из его гробика. Все,
Нет, пошли, все. Все, я ухожу. Пошли домой в рыцаря играть. И пить чай. Да. Видишь, какие сосульки? Здесь еще капает. That one backwards. No, you guys are gonna hang it.